журнал Cool. Cool Girl, Cool Girl, не забывай про это. Я читал Cool Girl, а я Cool. Все мальчики читали Cool Girl, чего ты? Особенно вот эта последняя страница, когда открываешь, а там вот эти вопросики от девочек. Как чего? Лайфхак, да? Поэтому... Я анкеты делала из Cool Girl. Поэтому мужчины, те, кто еще холост, молод и не женат, открывайте какой-нибудь космополит, этот женский совет, вот это все. Все эти лайфхаки помогут вам в устроении вашей личной жизни. Миша, они, если что, есть уже в электронном виде. Не надо, помогай. А мы сейчас возвращаемся туда, в MTV 2005. Будем вспоминать эту атмосферу. И группа. Вот ты говорил, заслуги. Какие заслуги? В начале пути эта группа успела урвать кучу бонусов от различных фестивалей. Они становились финалистами, завоевывали гран-при, делили сцену с такими группами, как Ария, Стигмата, Ауткаст и другие. Они успели выступить в Эстонии, немного поездить по России. У них выпущен EP Immersion D1. Что это? Расскажи всем. Это просто красиво звучит. EP Immersion Part 1. А мы сейчас спросим, где найти вот то, о чем моя коллега говорила сейчас? Ты нас слушал? На всех музыкальных цифровых площадках. Понятно. То есть такие как всякие Яндекс.Музыка, Apple Music, те сети, которые ушли из нашей страны. Вот это все, Spotify, которые все так... Да, Spotify... Но нам не интересно, Spotify нет, все. Ребят, все на Яндекс.Музыку переходите, это класс. Так ВК-музыка же есть. ВК-музыка, есть ВК-шки? Вот. Все. Ну, в общем, если вас интересует их выступление, а я уверен, что оно вас заинтересует. И мы так и не сказали. Эта группа называется My Story. Здесь бурные аплодисменты. Подождите, мы сейчас просто смотаем все шнуры, уберем микрофон и уйдем. Вы чего? Эй, давайте еще раз. My Story! Ну что, развернись к людям. Избушка. Под названием My Story. Ну что, вы готовы? Ребята, вас заждались. Посмотри, на народ. Пару слов о себе. Скажи, я родился. Опять говорю. Все, я смотрю, вы уже готовы. Вы готовы ответить на все вопросы вашим творчеством. My Story, под ваши аплодисменты.